Всем привет, народ! С вами мастерская Мастерок. Вот такой вот у нас Seagate терабайтничек. Собственно, вы слышите, что с ним не так. Но хочу вам при всем при этом сказать, что диск полностью работоспособен. Да-да, именно, вы не ослышались. Вот он. Я даже на него вот записал фильм. То есть 1xbet нормально работает. Я буду ждать тебя. Наверное, попросят забрать очки. Возьми. Вот такой вот. Суть в чем? При обращении к жесткому диску, черт, давайте с вами что-то себе сюда запишем. Ну, давайте вот кинцо. Все, цоканье прекращается. Цоканье прекращается, идет запись. Тоже все считывается, все отлично. С чем это связано? Не было прошивки конкретно на этот жесткий диск. Взял я другую линейку и перепрошил. Из-за чего, собственно, щелчок. Нет доступа к смарту. Его поверхность тут идеальнейшая. Я и Викторией проверял, и хард-диск Сентинелем проверял. И записывал, забивал его и фильмами, потом форматировал, потом забивал картинками, фотками, мелкими файлами. Тоже все читается на 100%. Полностью винт работает на 100%. Но заблокировано из-за, можно так сказать, некорректной прошивки, заблокировался доступ к смарту. И вот, вот такая вот фигня. То есть вот. Мы с вами записали защитников. И вот. То есть все. Все читается. Все нормально. И вот заблокировался доступ. И вот заблокировался доступ к смарту. И, собственно, вот такое вот цоканье. На него прошивки, к сожалению, я не нашел. Вы можете тоже не пытаться искать, потому что я искал на всех спецфорумах. И вот фиг его знает, как быть. Давайте я выключу, чтобы вам на нервы не действовало. В принципе, он полностью работоспособный. Его можно в карман поместить и с ним работать. Единственное, что можно застрелиться. Потому что на нервы давит, ну капец просто. Как? И что делать, я не знаю. Наверное, так буду отдавать человеку. Потому что, сами понимаете, он не найдет. Я не думаю, что человек найдет прошивку на него. И я ее не нашел. Ну вот, как-то вот так. Такой неоднозначный ремонт винта. Но с другой стороны, как бы винт работает, винт функционирует, хранит запись, происходит, хранит данные. То есть вот так вот. Вот такое вот сумбурное видео получилось. Так что вот так. Спасибо, что досмотрели. Всем пока.